К нашему эфиру присоединяется полковник запаса СБУ Михаил Притула. Михаил Михайлович, приветствую. Здравствуйте. Приветствую вас. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, мы видели вот сейчас в сюжете, да, какая недвижимость есть у этого беседы, а какая зарплата у него официальная может быть? Ну, официальная зарплата, я думаю, что в размере 2-3 тысяч долларов, не больше, в долларовом эквиваленте. То есть не вот. Купить, но... да, вот эти все вот дома, квартиры? Нет, конечно, не купить. Ну, вообще, эта ситуация, вот, которую рассказали наши спикеры, которые мы только что видели, на самом деле это все действительно так, потому что Путин выделял гигантские деньги, просто колоссальные деньги на подготовку вторжения в Украину. Эти деньги шли примерно с 2007 года. Вот то, что я могу отследить как бы по позициям, ну, по открытым источникам информации. И шли они гигантским потоком, для того, чтобы подкупать украинских политиков, для того, чтобы готовить различные акции против Украины, расшатывать ситуацию в Украине. Эти деньги практически шли все через звуки беседы, и они не контролировались, собственно говоря, никак, потому что ну, они шли какую-то там агентуру, например, написанную, иногда мифическую, писались липовые отчеты, как бы в традициях таких, ну, что бесконтрольность порождает коррупцию, и коррупция в данном случае играла на самом высшем уровне в Российской Федерации. И отчеты писались, знаете, немножечко мифические, то есть получено там миллиард долларов, вот, потрачено миллиард долларов, все население Украины поддерживает Россию. Вот, по всей Украине, например, там, в 2011-2012 годах стояло огромное количество бигбордов, которые рекламировали вступление Украины в таежный союз, так называемый, таможенный союз. Да? Вот, то есть, по сути, присоединение к России. Рекламировали этот референдум. Вот, по моим подсчетам, на это все было потрачено около 250 миллионов долларов. Вот представьте себе, какие гигантские суммы шли через руки сотрудников этого пятого управления. Вообще, пятое управление... Еще КГБ СССР, потом уже ФСБ, это то подразделение, которое отвечало за борьбу с инакомыслием, за вот, именно идеологические различные направления работ и, соответственно, идеологические диверсии и идеологическую работу там, на территории Украины. Вот, вот через них это все шло. Именно это то, это наследники того подразделения, которое садили украинских националистов в тюрьму, вот, которые боролись с диссидентами, с любым проявлением здравого смысла. Вот вопреки здравому смыслу они решили пропустить через себя огромное количество денег. И деньги, естественно, они разворовались. Вот. А отчеты, которые писались липовыми в основном, это привело к тому, что скажем так, информация, которая поступала в СМИ и в Кремль, она не соответствовала реальному положению дел. Ну, естественно, что если бы Кремль знал о том, что его тут встретят в Украине, скажем так, не очень радостно, то, может быть, он бы не пошел. Это, да, мягко говоря, да? Вот, то есть просто наваляют, другими словами. То, может быть, Кремль не пошел на вот это безумие, которое фактически сейчас уничтожает Россию. Вот. И Путин сейчас вынужден для того, чтобы удержаться у власти, он раздувать огонь мировой как бы войны, всемирной войны. Вот. Это как бы вопрос его жизни и смерти. Он пытается выжить в этой ситуации, это понятно. А все это произошло из-за того, что просто бездумно давались огромные деньги на вот таких фигурантов, которые работали в Украине, условно говоря, которые писали липовые отчеты в Москву. В своих диверсиях. Да. Михаил Михайлович, беседа представителя ФСБ. Каково влияние ФСБ сегодня в Российской Федерации? Каково влияние ФСБ конкретно на войну, развязанную Российской Федерацией против Украины? Дело в том, что ФСБ – это прежде всего служба контрразведки.
которая, ну, естественно, держит под тотальным контролем всю Российскую Федерацию. Или, по крайней мере, должна держать под тотальным контролем всю Российскую Федерацию. Ну, функционально, скажем так. Но насколько это сейчас, в настоящий момент, я бы не сказал, что уже что это всесилие продолжается. Потому что мы видим тотальное усиление возможностей Шойгу. Шойгу, он практически сосредотачивает в своих руках гигантскую военную власть, которая просто по численности выше, чем ФСБ. И все действия Шойгу, которые мы вот наблюдаем сегодня, они фактически направлены на то, чтобы усилить позиции Шойгу, вот, усилить его влияние на всей территории России, не только то, что касается линии фронта. И все его действия на фронте, они имеют скорее политический, чем военный подтекст. То есть политически это значит усиление его персонального влияния. Потому что многие действия, они просто бессмысленны с точки зрения военной. Вот. Но они имеют цель, опять же, пропустить через себя теперь те потоки финансовые, которые раньше шли на пятое управление ФСБ. Вот. Замкнуть все на себя и таким образом усилить свое влияние, в том числе на Путина. Вот, в том числе на других силовиков и в том числе взять под контроль ФСБ. То есть вот это то, что делает сейчас Шойгу. Поэтому говорить о тотальном контроле ФСБ вот на сегодняшний момент я бы уже не стал. На сегодняшний момент вот именно вот это военное диктаторские полномочия потихонечку перебирают на себя Шойгу. Вот. Ну а корни у него, понимаете, знаете, голос крови, он все-таки иногда давлеет. Давайте понимать, что Шойгу – это все-таки потомок Чингисхана. И вот эта кровь Чингисхана в нем все-таки присутствует. Поэтому его действия, ну, вот как бы такие, именно бросать в бой там, тьмы и тьмы, то есть тысячи российских солдат в день, которые гибнут на территории Украины, просто мясные штурмы, это все как бы показывает, что ему не жалко российских солдат. Он просто действует так, чтобы удержать свои позиции, персональные позиции в иерархии кремлевской власти. И, естественно, он задумывается о жизни после Путина. Естественно, что он входит в какие-то конкурентные взаимоотношения с ФСБ, и в этих конкурентных отношениях он выигрывает, потому что ему принадлежит военная власть, военная администрация. А в случае военного переворота в России он будет тотальным диктатором, тотальным лидером. То есть получается так, что Шойгу сейчас играет первую скрипку, а вот ФСБ, пятое дело, тот же самый беседа, он как будто бы в тени. Ну а в чем на сегодняшний день может заключаться его опасность для Украины? Это вербовка, диверсии? Чего ожидать от этого человека? Я думаю, что агентура, которая была навербована ранее пятым управлением, она частично разбежалась, частично прекратила свое существование ввиду того, что убежала в Россию, частично была выявлена служба безопасности Украины, ликвидирована, но тем не менее никто не отрицает, что возможности контакта еще остаются с какими-то лицами. Мы вот видим, что недавно совершенно были арестованы сотрудницы, которые работали в идеологическом плане и которые помогали вести пропаганду бывшему премьер-министру Украины, который спрятался сегодня в Австрии, и работали они в Киевской районной администрации, в одной из районных администраций. То есть такая агентура, она вполне может оставаться еще в Украине. Вот, конечно, возможности ее далеко не такие, как были раньше. Вот, в том числе в информационном плане. Но, тем не менее, такие люди, возможно, есть. Возможно, они сейчас уже переселились в другие страны и ведут свою, скажем так, подрывную деятельность и как бы на территориях, в том числе Соединенных Штатов Америки, Германии, Великобритании, это вполне возможно. Там, где они накупили себе огромное количество недвижимости за счет российского бюджета. Михаил Михайлович, ну а процесс вербовки, он продолжается, как вы считаете? Те же ФСБ, например, пытаются какое-то количество, увеличить количество агентов здесь, внутри Украины, для того, чтобы подрывать ситуацию изнутри?
Конечно, пытаются, конечно. Это же их работа, это нормально. Они или это парафия уже Шойгу? ФСБ продолжает работать, но не может не работать, потому что оно тоже должно пропускать через себя деньги. Вот. Вот. Но у Шойгу есть свои инструменты влияния. Вот. И Шойгу будет бороться персонально за власть в России. Ему Украина как бы в данном случае не очень интересна. Вот. Потому что для него интересны, естественно, ресурсы Российской Федерации. А война в Украине для Шойгу это является как бы инструментом прихода к власти в России. Потому что пока идет война, Шойгу как бы при делах, он нужен. Вот, он пропускает через себя оружие, людей, ресурсы, он может делать отбор, он имеет власть, тотальную власть. Вот, ему не надо вербовать в Украине сторонников, этим занимается как раз ФСБ, этим занимается военная разведка. Военная разведка формально входит как бы, в структуру Министерства обороны Российской Федерации, но фактически руководитель военной разведки он всегда подчинялся напрямую на Кремль. То есть это конкурирующая организация была со службой внешней разведки. Вот. Поэтому Шойгу, я бы не подозревал его в том, что он будет вербовать свою агентуру в Украине. Там, ему это не нужно. Ему нужна агентура внутри Москвы, внутри Кремля. Ему нужна агентура даже внутри ФСБ, вот так вот, скажем, по-прямому. Вот. Ему нужна агентура внутри российских органов власти, потому что он уже все делал для того, чтобы вот возглавить именно вот эту военную как бы, диктатуру. Вот это вот он делает. Вот. А ФСБ продолжает работать, потому что этот механизм работает через систему пропаганды. Всегда находятся люди, которые там недовольны властью, недовольны какими-то моментами, и они выходят инициативно на связь там, с ФСБ и говорят, давайте мы там вам поможем. Вот. Таких идиотов полезных всегда хватает, причем на любой территории, в любой стране мира. Вот, ну, естественно, что ФСБ их подхватывает и единоразово использует. То есть дали какое-то вознаграждение, там попадется, не попадется. Главное, чтобы выполнил работу, все, и свободен. Вот. То есть вот такая агентура сейчас одноразовая, она наверняка в ходу, она наиболее как бы массовая сейчас, потому что ну, как бы всегда есть определенный процент людей, которые не понимают, что происходит. Ну да, это нужно понимать для того, чтобы быть готовым к любому варианту развития событий. Михаил Михайлович, спасибо большое. Да, естественно, что ФСБ этим пользуется. Естественно. Спасибо большое. Михаил Притула, военный эксперт и полковник запаса Службы безопасности Украины, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.